неблагоустроено место для отвода мусора, то есть нет ограждений, нет какой-то урны, контейнера. А где записано ограждение? Кодекс административных правонарушений, статья 6.3. Площадка для мусора. Мусор не только портит внешний вид и дурно пахнет, но может стать причиной возгорания. Никаких складированных досок, никаких стройматериалов, бытовых отходов. Необходимо также скосить траву, которая выше 10 сантиметров. Профилактические рейды сотрудники управления пожарной охраны Уфы и Центра общественной безопасности проводят регулярно. На этот раз они проверяют отдаленные садовые товарищества в Кировском районе города. Рассказывают, напоминают и раздают памятки. Электропровод меняйте, потому что много слышу пожаров. Из-за короткого замыкания на улице выходите в огороде поработать. Электропровод не оставлять включенными. Пожары вообще часто вот у вас в СНТ происходят? Были? Да вот года три. Пока тихо, спокойно. Пока тихо. Раньше частенько было. Пожар в садовом товариществе опасен тем, что, во-первых, сухая трава, возможно, есть по периметру тех или иных участков, а также некоторые постройки расположены на близком расстоянии друг к другу. Зачастую садовые улицы узкие, и тяжелая пожарная техника не сможет проехать к месту возгорания. Огонь быстро перекинется на соседнее строение. В такой ситуации масштабы бедствия могут быть непоправимыми. Инспекторы напоминают, что до осенних холодов нужно привести в порядок печное отопление, провод, и газовое оборудование. И, конечно, не забывать о правилах пожарной безопасности. Алина Гребешкова, Анастасия Никишина, городской телеканал ЮТВ.